еще сложнее. Вчера ты был солдатом на передовой, но сегодня фронта больше нет. Война идет повсюду. А где война, там непременно будут и жертвы. Этот Макаров ведет собственную войну вне всяких правил. Он не побрезгует ни пытками, ни торговлей людьми, ни геноцидом. У него нет идеалов, нет чести, нет родины. Он проливает кровь за деньги. Теперь это твой друг. Тебе лучше не знать, во что обошлось твое внедрение. От тебя это потребует больших жертв. В сравнении с целью эта цена невысока. Помните слово по-русски. Как раз вовремя. Проверить экипировку.
Как я этого ждал? А мы что ли нет? Пошли, ребята! Вперед!
Ну, шевелитесь, в машину! Да, Макаров, хороший подарочек мы им преподнесли. Это еще не подарочек. А вот это подарочек. Американец думал нас обмануть. Когда обнаружат тело, шум будет на всю Россию. Макаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Никак нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Гоуст, у нас проблемы! Ложись, ложись! Номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Никак нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Гоуст, у нас проблемы! Ложись, ложись! Он уходит, Роуч, за ним быстро! Гоуст, наш водитель убит! Идем пешком! Жди нас у гостиницы Рио и постарайся задержать объект! Вас понял! Выполняю! Роуч, это надолго. Бери Мита и Ройса и найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Поехали. Помните, в трущобах полно гражданских, поэтому смотрите, куда стреляете. Мит, убери отсюда этих штатских. Вас понял. Ah!
Держись, это надолго. Бери Мит и Ройс и найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Помните, в трущобах полно гражданских. Поэтому смотрите, куда стреляете. Мит, убери отсюда этих штатских. Вас понял. Ah!
дадим ему повернуть обратно. Иди вперед и постарайся перерезать ему дорогу. Подкрепление ждать некогда. Пойдешь один. Удачи. Отбой. Ему дорогу. Подкрепление ждать некогда. Пойдешь один. Удачи. Thank you.
Эй, черт! Он опять идет к тебе! Роуч, он движется к тебе! Быстрее! Роуч, гони его на вершину! Не дай я уйти! Роуч! Он перепрыгнул очередной забор! Движется в твою сторону! Давай, быстрее! Гоните его на холм! Будем брать на вершине! Ты уза граната! Уза туду! Перебегал мой! Где он? Где он? Вижу его! Скользит по жестяной крыше! Могу ранить его в ногу! Запрещаю! Ты хочешь сам тащить его тушку мимо всех этих оболгарцев? Мне он нужен невредимым! Гоуст, я захожу справа! Вас понял! Он уходит! Уже нет. Лидер, это Браво-6. Груз у нас. Повторяю, груз у нас. Командир, все готово. Высылайте вертолет. Координаты. Черт! Высылайте вертолет немедленно, пока путь свободен. Похоже, командованию нет до нас дела. Придется... Сент Браво, мы засекли 70 самолетов противника в вашем квадрате. Подтвердите. Очень смешно. Нет, не подтверждаем. Неполадки в системе автоматического контроля, сэр. Сент Браво, будем искать поломку в оборудовании. У нас все чисто. Видно, у вас там радары барахлят. Отбой. Зулу X-Ray 6. В вашем квадрате обнаружено около 100 неизвестных объектов. Подтвердите. Не подтверждаем. У нас все чисто. Даже не знаю, что вам сказать. Может, буря на солнце? Сегодня повышенная солнечная активность. Сьерра-Дельта! Ох, у нас тут сбой системы контроля. Кого-нибудь наблюдаете? Прием! Они повсюду! Сьерра-Дельта, повторите. Вижу истребители в секторе I-95. Как они туда вообще могли попасть? Спокойно. Пробую связаться с ближайшим отрядом в этом секторе. На связи. Первый.